Сиамские близнецы – это однояйцевые близнецы, которые не полностью разделились в эмбриональном периоде развития и имеют общие части тела или внутренние органы. Девочка появилась на свет с удвоенным тазом и четырьмя ногами. Казалось, что две правые ноги принадлежали нижней части сиамского близнеца, который мог бы стать сестрой Миртл. При рождении вторая пара ножек у Миртл была такой же длины объема, как и первая. Но чем старше становилась девочка, тем медленнее росли внутренние ножки, а к 7 годам они перестали расти и были худыми. Когда Миртл исполнилось 13 лет и слухи о необычной девочке с четырьмя ногами дошли до руководителя цирка уродов, то он предложил ей выступать у него, и та сразу согласилась. Внешне она была очень миловидной девочкой, поэтому ее вторая пара ног, которую одевали специально сшитые панталоны и ботиночки, производила на людей одновременно и шокирующее, и притягивающее впечатление. Несмотря на аномалию, в 19 лет она вышла замуж, и супругом у них было 4 детей. Все ее дети оказались здоровыми. После известия о ее смерти сразу несколько врачей предложили членам семьи деньги за тело покойной. Родственникам пришлось залить гроб цементом, чтобы не дать грабителям украсть тело Жозефины.